Добрый день, дорогие друзья. Нахожусь в районе стадиона 34-й школы. Вот она там в глубине. И общежитие политехнического колледжа. Это район улицы Макарова, перекресток Октябрьской. О чем хочу рассказать. Не первый раз сюда прихожу, не первый год. Однако то состояние, в котором находится это место сейчас, вызывает очень большие вопросы. Свалка, сваленные деревья, которые, наверное, затевалась эта идея как уборка территории. В это можно было бы поверить, что это будет убрано, если бы не беговая дорожка, которая проходила прямо по тому месту, где сейчас лежит куча, оказалась вот здесь вот сбоку. Она уже протоптанная, с желтой травой. Значит, эта куча лежит достаточно давно. Идем немножко дальше. Очередная куча мусора, находящаяся вдоль забора и в том месте, где бегают и играют дети. Вот она, эта свалка. Какие-то старые коляски, кресла. Эта куча. Ну, в общем, все как обычно. Возникает вопрос к руководителю Октябрьского района Алексею Ломанов. Понимаю, что эта территория не уличная. Она находится как бы внутри. Однако, на мой взгляд, все-таки это требует принятия управленческих решений, если люди, которым предоставлены данные земельные участки, самостоятельно не могут это держать в надлежащем санитарном состоянии. Спасибо всем. Надеюсь, что в предвыборный год